Все, я больше не буду бухать. Не хочу. Нет, нет. Сегодня же пятница. Ладно. Всем салютики, мои дорогие. Вообще, утро пятницы должно начинаться именно так. Ну что хочет Маск, чтобы Кусенька ему привезла? Масик хочет водочки. Водочки. Успокойся, Масик. Привезу, мой красавчик. Привезу. Ну а потом пошла жара. Что это? Тебе нужен тост? Да. А тост без вина это все равно, что брачная ночь без невесты. Нет, я же не пью. А я пью. Что тут пить? Ну что, давайте трапезничать. У меня сегодня самый простецкий завтрак. Это яишенка. Короче, всем желаю приятного аппетита. Яичница у меня сегодня бракованная маленько получилась. Я хотела желтки, но с желтками у меня получилась проблема. Ну, как видите, так все расплылось. Это случайная такая, знаете, неудача. Кетчуп не хочу. Не знаю, не хочу. Вообще, яичницу люблю с кетчупом. С соусом. Я смотрю, у людей больная тема. Поговорить про алкоголь. Ну что? Она где-то больная, где-то забавная. Я как бы не против поговорить об этом. На почве этого сделать какую-то либо сценку. Ну что делать, если людям нравится эта тема? Еще хочется сказать тем, кто возмущается по поводу, вернее, как пишут, что я кривляюсь и так далее. Надо быть естественной. Товарищи, я сама естественность только в реальной жизни. Тут я могу быть любой. Естественной, неестественной, наигранной какой-то. То есть в каком-то образе. Я не понимаю, вам неужели не скучно смотреть вот просто тупо, когда я буду есть? А мне скучно самой от этого. Я люблю разнообразие. Ничего плохого не вижу, когда у меня такого плана смешанный контент, где не только мукбанг, еда, но есть теперь и рецепты. У меня есть какие-то сценки, юмор, животные. Почему это считается плохо? Если вам не нравится. Полно контента такого плана, где люди просто едят. Ну так и идите туда и смотрите на здоровье. Я не понимаю, зачем мне предъявлять ваши претензии. Ваше мнение я не могу учитывать. Вы мне посторонние, чужие люди. То есть как бы, я имею в виду хейтеров, которым все не так и все не эдак. И я даже в жизни не особо-то учитываю мнение других. Я все равно делаю все по-своему. Поэтому вы не туда попали. Вот реально. Я человек другого плана. У меня не тот характер, чтобы сразу, не понравилось, тогда, ну ладно, тогда. Поэтому я и делаю смешанный контент. Одному одно может понравиться, другому другое. А все в совокупности, это даже очень интересно. Я хочу сказать, что у меня многие, даже знакомые, говорят, что если я просто ела бы, это, конечно, было бы, может быть, менее интересно. А тут и разговор идет, и сценки, и животные. Я считаю, что это очень даже неплохо. Поэтому главное, что ощущаю я. Видите, пишут мне о том, что кому-то я подняла настроение. Почему плохо-то? Так что смотрите, что дают. И не возмущайтесь. А если возмущаетесь, то не смотрите. Ну что, мои дорогие,
Всем я желаю хорошего настроения, позитива. И хейтерам хочу пожелать, что не надо искать какие-то изъяны у других. Займитесь вы собой, своей жизнью и смотрите на мир, ну, я не знаю, другими глазами посмотрите, вернее. Что вы все как сидите, все как это набучено, это Господи Боже ты мой. А я веду себя так, как я считаю нужным. И буду так себя вести. Ничего позорного и постыдного я не делаю. Всем, друзья мои, огромное пока, вернее.